Привет, привет всем из города Владивосток. Мы вчера прилетели поздно ночью. Здесь, конечно, уже было утро. В 5 утра только заселились в гостиницу. Спали до часу дня по местному времени. Вот сейчас собираемся, хотим пойти куда-нибудь погулять по городу. Ну и вам показать что-нибудь. Кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, ВКонтакте, в Телеграм. Все ссылочки на наши соцсети будут в описании. Вот, дети уже готовы. Платон тоже у нас вот из ванной вышел. Все, мы уже собрались. Берем с собой небольшой рюкзачок. Сейчас будем вызывать такси. И поедем погуляем по городу. Вызвали такси. Вот едем в регионариум. Смеемся, говорим за нами. Таксист приехал, типа, на нашем боксике. Возле набережной спортивной мы еще потом погуляем. Сегодня, конечно, жары нету, так вот тучки ходят вокруг, но вот сейчас хоть солнышко выглянуло. Сегодня понедельник, но на улицах прям очень много народу. Ну, может быть, возможно, много приезжих приезжают сюда отдохнуть. Вход в океанариум, ну, видно, что ремонтируют лестницу. А, мини-пацанчик. Что-то там плавает, наверное, кто-то. Ремонт у них. Ты там рыбки? Прикольно. А их можно потрогать? Ну попробуй, потрогай. Ничего себе. Ты еще много столько? Они не кусаются? Не знаю. Пока мои смотрели рыбок, я вот уже поднялась, узнала цены. Вот стоимость билета взрослый с 14 лет 400, детский 200 с 5 лет. Вот. А последний месяц понедельника можно приходить нам бесплатно многодетным. Вообще, я говорю, очень повезло. Мы даже и не думали, что нам сегодня так повезет. Так что мы идем смотреть бесплатно. Рыбки. Да, у нас Платон вообще любит и рыбок, и кошек, и собачек. Подписано, какие рыбки тут плавают. Вот мне тут это синее нравится, красивое. Голубой хирург называется. Смотри, какие красивые. Ничего себе. Смотри. Как будто не настоящий, да, такой? Молнусики шевелятся. Можно купить сувениры. Ракушки, тарелочки. Черная была, сейчас желтая. Видишь, она темнее. Точно, ну. Смотри. Сейчас туда переплывет. Угу. Вот, такие красивые. Смотрите, реально темнеет. Потемнело, ну. Здесь вот карпы плавают. Написано, если хотите покормить, обращайтесь в кассу. Наверное, чтобы корм купить. Такие большие. А глаза боком, и она сама сплющенная. А она просто лежит, отдыхает, или она так и передвигается? Написано, это камбалай. Смотри, а это как будто как под камень замаскировалась, да? Так еще посмотри там дальше, вон сколько лежит, вон дальше лежит, видишь? А что, они сдохли, что ли? Просто лежат, отдыхают, видимо. Они плавают, все рыбы. Ну, они маскируются, смотрите, он какой-то как краб. Дети прям вообще в восторге. Ого, какой краб большой. Так вот еще рыба. Где? А, вот еще рыба-то как. Она страшная. Ой. Как будто вся мхом покрытая, да? Пополз, пополз, смотри. Раз, раз. О, смотри, рыбка поплыла вот эта вот. Тут его конечно шуганул. Только много черепах, ну, друг на друга позалазили. Главное, черепаха. Друг на друга не надо плавать. Нет людей. Остров у них такой тут крутится. Аттракцион у них, аттракцион. Чего он такой большой? Это такой бублик, я знала. Подожди, большой. Он вылазит? Но это не черепаха. А, вот, смотрите. Это черепаха большая. Каймановая черепаха. Она вырастает, да? Да, наверное. А это кто?
Офигеть. Ну, это тоже черепаха, но таблички нету. Смотри, как она. Смотри, как она плавает. Она плавает. Смотри. Чего у нее шея такая? Она что-то есть. Ну, так вот, видишь, прикольно. Капец, как бегемот вообще. С крокодилом смешно. Здесь вот, правда, мутноватый такой аквариум. Ну, это чисто настоящий. Да. О, смотри, какая огромная. Смотри, подушка, какая рыба. Смотри, здесь сазан амурский. Больше, правда, не написано. Таблички только сазан. Но сазан вон он поплыл, да. А это что за огромная рыбка такая? Осетр, наверное. А это астронотус. Так медленно плавает, никуда не торопится. Никуда не торопится. Плывут себе. На втором этаже еще рептилии есть. Поднимаемся. С детьми не предусмотрено тут на колясках. Ну, вот так вот король у нас таскает его здесь. Ой, ну вот это я вообще не люблю. Вот таких вот всяких. Мне страшно их смотреть. Здесь амурский полос. Змейка, привет. Такая маленькая, как будто, да? Безобидная. Пока свернулась и спит. Да, вторая дрыхнет. Интересно. Анолис рыцарь. Ищем, ищем, где же он сидит, этот рыцарь. А вот он, вот такой вот маленький. Это лягушка. Это лягушка же. Рыцарь. А рыцарь спрятался где-то? Рыцарь, наверное, спрятался. Да. Или рыцарь превратился в лягушку. Бородатая Агамма, да? Где ее борода? Привет. Зеленая игуана. Ну, красивая такая, вот салатовая, да? Она сейчас. Слушайте, она как будто как игрушечная сидит. Ну, она сейчас ползала. Ползала? Да. А может, это не настоящая? Настоящая. Да, ну она по виду как будто вот вообще не живая. Подменили ее, как будто из тряпочки какой-то сделана. Ее подменили как будто. Ну, знаете, вот у нее, видишь, хвост облазит, видишь, серый, а тут зеленоватый такой. Если вы уйдете, что, она так гордо спит? Мам. Нет, она этот замерла, чтобы это внимание на нее не обращали. Смотри, по стеклу ползает. Япалура великолепная. О, блин, тогда видишь, что у него, видишь, какая чешуя. Тоже как будто, да, не настоящая? А нет, вон дышит, смотрите, видно. А, то есть живая. Один сон тут особо не двигается. Ковровый питон. А почему его назвали ковровый? Потому что под цвет ковра, что ли? Смотри, 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 вылез. Ну, чешуя у него такая интересная, смотрите. Смотри, реально. Варан полосатый или водяной. Вот он, привет, друг. Кто там? Платону понравился, да? Смотри, ой, какой красавчик. Ой, какой у него язык, смотри. Ой, язычок. Красная, тепловая. Смотри, язычок показывает тебе, Платон. Ничего себе. Дай молочка ему попить, он проголодался. Фотоши. И все тут перестанет. Кто это, Платон? Вот он точно как ковровый, видишь, у него рисунок какой-то. Рептилий не очень много. Тут вот смотрим, зал закрытый. Ремонт у них. Океанариум не сильно большой, но есть что посмотреть. Тем более бесплатно нам. Вообще удачно мы сегодня зашли. Здесь также есть выставка тропических бабочек и рептилий. Но мы решили, что пойдем на бабочек. Для многодетных вход 250, Платону бесплатно. Здесь экскурсия с ними. Давайте мы присядем. А, все хорошо. Лучше послушать. Мы экскурсию не разрешили снимать, но сейчас мы зайдем к бабочкам, которые летают. Ну, я думаю, в Челябинске мы бы тоже такое посмотрели, просто дети захотели именно здесь посмотреть этих бабочек. На руки нельзя брать их. Плакон. Просто посмотреть можно. Смотри, трогать только нельзя ее. Это она тут упала и лежит.
Вот он все смотрит, пытается ее поймать. Выглядывает. Ну, они тут кишат, кишат, такие летают. Ну, они, конечно, не на всех садятся. Но я Яниса пробует подсадить. И не хочет, улетает. На Яниса посадили бабочку. Она даже не улетает. Да я ее поближе засниму. Большая, да? Давай мама тебя посадит на ручку. Давай на ручку. Маникюр мой как раз по цвету. Вот она вцепилась и теперь в Платона, а он даже и не подозревает, что у него там на спине что-то сидит. Дети остались еще там внутри, пытаются словить этих бабочек. Вот, а мы с Платоном уже, конечно, вышли. О, Янис где? Его бабочки сожрали. Да ну! Ничего себе, как мы теперь без него. Кто нам будет квадрокоптер-то запускать сейчас на набережной? Так вот мама оставила без присмотра детей. В том году мы здесь гуляли по спортивной набережной. Там есть китайское кафе или ресторан, не знаю, что-то. Сейчас хочу посмотреть цены сначала. Что-то вроде как бы все закрыто, что ли. Что-нибудь интересного, вкусненького хочется попробовать. Смотрели цены на первом этаже, на втором этаже сказали другое кафе. Но внизу средней цене где-то 500-600 на человека выходит. Какое-нибудь блюдо такое экзотическое. А вот здесь китайцы готовят прям. Ну и по цену, мне кажется, подешевле, да, здесь? Я вот это хочу. Там рис с овощами. Ага, смотри, говядина с рисом, жареный рис с овощами. Вот здесь можно пожарить еще самим шашлычок. Да, сидишь и жаришь. Да-да-да. Мы решили посидеть вот здесь на балкончике. Если не замерзнем, конечно. Ой, выбрали. Вот сидим и думаем, то ли вилками кушать будем, то ли палочками будем. Или руками будем кушать, да? По-казахски, как бишпармак едят руками, мы тоже будем. Попробовали сок китайский. Как будто лепестки цветов отжали. Ага. Это мой, Матвей. Ну-ка. Я решил себе взять сок с вкусом меда и чая. Мед и чай? Это, наверное, как макси-чай, да? Попробуй, давай. Как по вкусу. Вообще не сладкий. Не сладкий? Ну, это хорошо. Ну, это же чай. Чай без Матвея со вкусом цветов. Все. Интересно, конечно, вкус. Интересный вкус. Да-да-да. Только не пробовать. Матвей сидит в шоке, говорит, все невкусное. Кушайте зато без сахара, да. Зато вот возьмете колу, фанту, там сахара будет много, а здесь нет. Вкус такой странный. С балкончика здесь такой вид на море красивый. Правда, сегодня все серое, солнце опять спряталось. Нам принесли уже салат такой. Как, забыла, как он называется, на букву Х. Вот. Капуста, кунжут, смотрю, огурцы. Ну и красный, наверное, лук. Это, наверное, красный, да? Или капуста тоже. Смотрите, здесь чайки даже в ресторан прилетают. Эй, привет! Да, так близко сидит. Ну, смотри, какая она большая, да? Это китайские пельмени с креветками. Сказали яйцо и лук там. Матвей, ну ты точно лук не ешь. Смотри, еще ближе подлетела чайка. Да. Ого, какая большая. Сейчас будем пробовать палочками. Я только не умею ими пользоваться. Мне нужна вилка. На, держи вилку. Возьму вилку. Ну, это напоминает не пельмени, это у нас называется вареники, да? Вареники с креветками. А что две вилки? Ну, вот вилка моя,
есть, как пирожок с луком, как будто. Так вареный. Но не острые. А это салат с капустой. Угу. Ну, по вкусу такой кисло-сладкий вкус. Наверное, какой-то соус добавлен. Ну, немного острый, но вкусный. Сейчас поедешь, бум. Они пока усаживаются, я уже тут все пробую. Мама должна быть сытая, чтобы была добрая. Что мне в китайских пельменях ни одна креветка не попалась. Я на чем буду есть? Видать, одну на всю порцию вот, положили. Вот, вот, Матвей, чисто. Матвей решил картошкой фри чайку еще покормить. А, сейчас как клюнет его. Смотри, смотри. О, хорошо, выхватила. Она уже тут научена. Смотрите, как она ее съела. Целиком все, да-да-да. Вот учись, Матвей, у чайки. Как кушать надо. Видишь, какой у нее аппетит хороший. Нам не картошка фри. Еще такие вот фрикадельки с куриного филе заказали. Вкусные. Вкусно? Прям мягкий. Дай тоже попробую. А на вкус как шашлык? Соус так умыть можно тоже. Намного вкуснее. Намного вкуснее? Да и тоже попробую. Пробуй. Кусочный вкусный, реально. Мне нравится. Поели вкусно, наелись. Ну вот сидим и думаем, может через балкон нам вылезти, чтобы не платить. Потому что... Потому что вдруг, наверное, сейчас счет принесут, наверное. Весь наш заказ, наверное, выйдет около 2000 по-любому. Дети у нас, конечно, как всегда. Что вываливалось у них на стол, на пол, тут насорили. Еще сейчас говорю, убирать нас тут заставят. Ну вот, наш обед сегодня вышел 1890. Но сегодня мы шиканули. Первый день во Владивостоке. Так что решили так покушать вкусненько. Дождика нету, но как-то так влажно все равно на улице. Ну, мы, в принципе, в футболках вроде бы как. Можно было бы и кофточку накинуть. Но мы их с собой не взяли. Вечерок такой прохладненький подувает уже. Вот мы вышли на пирс. Здесь рыбаков много. Прям аж даже на три удочки каждый рыбачит. У кого две, у кого три. Набережная здесь такая протяженная. Там, как мы идем, вот слева есть еще парк аттракционов. Ну, кто не смотрел наше видео, когда мы в сентябре 2021 года были здесь, можете еще посмотреть. Мы идем на автобусную остановку, поедем в номер, потому что прохладно. Я вообще подзамерзла даже. Решили поехать на автобусе, потому что такси нам вышло днем 360 рублей мы отдали. Сейчас мы решили немного сэкономить. Вот такой красивый золотой мост. Над городом такой туманчик. Мы сейчас пойдем в номер. Будем отдыхать. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Смотрите наши новые видео. Пока-пока.